у Андрея Малахова появился первый ребенок. Жена шоумена Наталья Шкулева несколько часов назад родила мальчика. Первенец Андрея Малахова появился на свет 16 ноября в подмосковном клиническом госпитале Лапина. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Отец мальчика на родах не присутствовал, а ждал появления наследника в палате. Имя ребенка нам предстоит еще выбрать. Хотим посмотреть на характер малыша, рассказал по телефону молодой папа. Жду момента, когда смогу поменять сыну первый подгузник. Напомним, Андрей Малахов и Наталья Шкулева состоят в браке 6 лет. И это первый долгожданный ребенок в их семье.